для тебя вот снял. Вот я теперь сниму, когда вы выходите. Спасибо, Наташа. Здравствуйте. Здравствуйте. Как ваш? И? Все, и идем. Сейчас вот так галантерейный магазин обойдем, потом в этот во двор выйдем, чтобы показать, что во время галантерейного. Все? Кто спрашивает, а чего там сейчас? Там что, продуктовый? Здравствуйте. Нет, здесь, здравствуйте, галантерейный вот этот вот двор. Ну да, галантерейный был, сейчас продуктовый. Я же говорю, там сейчас хозяйка этого продуктового. Тетя Валя, она работала раньше в космосе. Она раньше в этом, в космосе, так в Айнтоге работала. Это 201 же был раньше. Это сейчас 221. 220. Их же попереименовали, поперенастроили там. Так что вот так вот. Там же тоже будет запись, это слышно, говоришь, что бывший галантерейный. Так, да, бывший вот галантерейный это... магазин. Я не пойму, если вот они подвал лета сделали. Салон, а, салон красоты. Салон красоты. В подвале они подвал почистили, все сделали. Я, меня так тянуло всегда в этом джунгл. Я не знаю, почему. То ли что, первая совместная с мужем квартира. 15 лет сюда не прожили. Здесь в джунгле. То ли что, прям вот я не могла. Вы знаете, я, на самом деле у нас всегда было тепло. Кто, может быть, помнит меня? Буду хоть вспоминать. Говори, 20 лет спустя Мусорская возле своей квартиры. 20 лет спустя Мусорская возле своей квартиры. Вот на третьем этаже. Там сейчас аптеку сделали. А что вот там, где вот этот... Космос? Где раньше космос? А там сейчас и... магазины всякие разные, ну, там общем, всякая дребедень. Не узнаешь, дребедень. Да? Да, всякая дребедень. Ну, вот это все. И хорошо, что она выходила, да, прямо на нее, да, поймали. Вот эту сторону снимать, что, где теперь за городком находится. Новый завод сейчас будем проезжать вот здесь. Там сейчас тоже рот, короче, разбомбили весь этот завод, ничего не осталось. Как территория осталась, а от завода фактически ни один цех не работает, ни один цех. Какой тут улица, стекло грязно. А что получится, то и получится. Мы не за качественно боремся, а просто улица наша родная, по которой они всегда ездили в часть. Это для них самая дорогая улица. И шестерка автобус, да? Да, переполнен. Вот справа, с левой стороны это завод. Вот. Да, бывший завод. Да. Этот, баня вот тоже. Сначала развалили, сейчас ее опять... Резиновых изделий, галоши. Баню восстановили, сделали. А галоши уже не делали? Нет, да? Я же говорю, цех ни один не работает. Вы видите, все развалено, там все полностью разбито. Вот видите, тут типа сделали магазин, там шрот, там всякое чего. Вот пол завода выкупили, вот один ресторан, вот второй ресторан сделали. И это делают уже. Мы по этой едем, по... По проспекту Джамбула, раньше вот трудовая была. По трудовой. Мы можем заехать, где больница детская была? Помнишь, за Тарасом? За гостиницей, да. Тарас? Да, я там можно. Работала, можно? Там сейчас сделали этот, да, наркологический. Да. Ну, корпуса хотя бы снять. Воспоминаний много. Возле этой больницы меня один раз снял Мягков. Ирония судьбы с легким паром. Приезжал сюда с концерта, где я иду. Он ко мне как привстал и не отставал. Он в гостинице был, Таразин был. Потом пригласил на творческий вечер свой. Я взяла своего мужа в Мусорск. А
пришли, так он там конючил мусорским. И вроде заснул, вроде неинтересно ему, вроде все. Потом это... Охрана арестует. Ну да. Поликлиника, вот пишут. Тут раньше барак стоял, я их много специалистов, а сейчас я не знаю. Какие сюда попадают. Этот, я думал, должен был завтра на дежурство идти. А меня сегодня воткнули. А вот этот памятник куда перенесли сейчас, который... Который? Джентльменам удачи вот это. А он там же, там на базаре так закрытый. А туда не подойдешь? Туда не зайдешь, не пройдешь. А, ну все, тогда. Там в общем, один закрытый. Вот этот памятник мне остался, и все, и меня домой. Там он закрытый. Аллея славы будет там. Это как раз памятник афганцам, потом там дальше памятник Великой Отечественной войны. Ну мне по-быстрому. Тут и афганцы, и там наши тоже. Нифига не видно. Снимай, не снимай. Не видно ничего. Реверс, это рек, это что? Снимай. Ну снимай вот это вот все и Максиму, чтобы понятно было, что его дома и.